С начала года снято ограничение на работу граждан Болгарии и Румынии в других странах Евросоюза. В Брюсселе отметили, что это не привело к увеличению числа вылетов из Бухареста на запад. Однако автобусных рейсов из этого города в Лондон стало больше. Представитель Еврокомиссии предупредил, что попытки некоторых правительств воспрепятствовать миграции могут войти в противоречие законодательствам. Свободная циркуляция рабочей силы – это фундаментальный принцип, закрепленный в договорах, которые ратифицированы парламентами всех 28 стран ЕС, сказал Джонатан Тодд. Для любого изменения этих документов требуются переговоры с участием всех государств-членов. Великобритания ужесточила правила предоставления иностранцам пособий и льгот. Мигранты из Болгарии и Румынии не смогут получать их в течение первых 3 месяцев. Но дипломаты из этих стран уверяют, что массового наплыва оттуда не будет, и утверждают, что некоторые британские газеты развернули кампанию против румын и болгар.